23 июня в городе Талица Свердловской области на территории газовой заправки произошел взрыв. Об этом сообщил МЧС России. Причиной взрыва стала разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. Напомним, что в последнее время в России участились взрывы и пожары. Представляем вам кадры взрыва.